Кандидат в губернаторы от ЛДПР Владимир Семенов проголосовал на выборах главы Алтайского края. На избирательный участок, расположенный в школе номер 48, он пришел с супругой и детьми. По его мнению, сегодня у жителей края есть уникальная возможность определить будущее края даже не на 5 лет, а на долгие годы вперед. Безусловно, долг каждого, неважно, кандидат или не кандидат, прийти и проголосовать, если человеку не безразлична судьба Алтайского края. Я сам родился в Алтайском крае, живу и работаю, мои дети родились и живут в Алтайском крае. Я надеюсь, что мои внуки тоже будут жить в Алтайском крае, поэтому для меня, как будет развиваться Алтайский край, очень важно. Поэтому я пришел на выборы.